Приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В сегодняшнем видео у нас обзор на шестерку проекторов звездного неба с AliExpress. Рейтинг лучших. Все представленные товары идут с AliExpress, их ссылки будут в описании под этим видео. Можно будет перейти, ознакомиться и заказать. Ну а теперь к нашей пятерке. В первом пятерке у нас вот такой вот ночной космический ночник, собачка. Галактика, проектор звездного неба, астронавт, проектор, имеет приложение, также небольшую туманность, имеет светодиодные огни, идет как декор для детской спальни, декоративный подарок такой, да, можно как бы даже на день рождения подарить, можно использовать через смартфон, либо же по Wi-Fi, либо же через Bluetooth, стоимость от этого меняется, если по Wi-Fi, то можно установить какие-то приложения, да, и, соответственно, голосом управлять также данным ночником. Стоимость его 3474 рубля. А что касаемо характеристик, да, по каждому товару, который мы будем сейчас рассматривать, то ниже есть раздел «Общая информация» и есть раздел «Характеристики», где более подробно можно ознакомиться с тем, как работает данный ночник. И, соответственно, как бы как подключается, через какое приложение, то есть какой у него функционал, какие есть виды расцветок, да, ночного неба, которые можно установить, что за режимы там есть у данного ночника. То есть более подробно, прям, да, вот углубленно можно с этим ознакомиться самостоятельно. Для того, чтобы не уделять этому много времени, мы, соответственно, рассматривать не будем слишком глубоко. Да, мы поверхностно посмотрим, я вам покажу самые популярные ночники с AliExpress. А вы уже выберете тот, который подходит вам. Рейтинг здесь высокий, отзывов, в принципе, здесь немного, но, однако, да, вот можно увидеть, что данный проектор довольно-таки симпатично смотрится, да, тут есть какая-то небольшая, скажем так, вероятность, что это чем-то похоже на звездное небо. Но я думаю, ребенку в любом случае понравится. Следующий у нас вот такой вот тоже новый звездный проектор с астронавтом вот таким, да, который сидит. Есть пульт управления, соответственно, да, можно будет управлять данным ночником с помощью пульта управления. Есть несколько также видов подсветки, здесь можно выбрать, да, проекции, какие здесь будут, можно увидеть на фотографии, да, то есть какие проекции будет показывать данный маленький астронавт. Голова его крутится на 360 градусов, поэтому можно будет повернуть в любую сторону, куда нужно будет, чтобы вам светил данный проектор. Стоимость данного проектора 1263 рубля, рейтинг здесь пятерка, отзывов немного, но в принципе можно сказать, что оправдались ожидания, потому что смотрится сам проектор очень стильно и такое вот, да, изображение, которое он выводит, довольно-таки плюс-минус реалистично, то есть как бы, да, вот прям интересно посмотреть, что из этого получается. Следующий у нас проектор звездного неба, такой вот ночник, используется через пульт управления. Здесь также можно выбирать несколько видов освещения, которое будет, да, есть здесь разная расцветка проекции, есть в черном и в белом цвете. Здесь также можно выбрать, допустим, еще и с музыкой будет данный проектор, на нем есть кнопки включения-выключения тут и, соответственно, регулировки мощности, насколько ярко будет свечение. Стоимость 1694 рубля. Отзывов здесь немного, но рейтинг пятерка, да, то есть если взять по заказам, то без отзывов все заказы на пятерку. Здесь можно выбирать мощность 40, 70 и 100% освещения. Тем самым будет либо же слишком ярко, либо же будет немножечко притемненно, если использовать его как ночник. Следующий у нас вот такой светодиодный галактический проектор со звездным небом, ночник со встроенным Bluetooth-динамиком, идет как украшение для дома, так и ночник, да, как для ребенка, так и, в принципе, там для детской, да, и для любой комнаты. Здесь можно выбирать мощность освещения, да, от 20 до 100% выбор яркости. Также с помощью Bluetooth можно воспользоваться, да, и подключить какую-то музыку, и, соответственно, данный ночник будет воспроизводить музыку. Здесь также идет 14 цветов, то есть вы можете выбрать разную расцветку, которая у вас будет использоваться в виде ночника.
Использовать можно как через пульт управления, так и через мобильное приложение данный проектор. Что касаемо стоимости, то стоимость без акции 1699 рублей. Отзывов очень много, рейтинг здесь неплохой, можно увидеть, да, вот плюс-минус, вот прям так реалистично получается звездное небо. И, соответственно, особенно вот голубой цвет, да, вот прям похоже, как будто тучки такие, да, и звезды. Я думаю, что ребенок очень будет доволен таким ночником. Следующий у нас вот такой вот звездный проектор. Маленький, компактный, он используется, работает от батареек, также можно подключить, зарядить через кабель, соответственно, да, USB mini, микро, либо же будет работать от батареек. Здесь он идет с пультом управления, можно выбрать, да, то есть по комплектации и по расцветке здесь уже можно выбрать при покупке. Исходя из этого будет меняться стоимость. Ну, самый популярный, вот 1454 рубля, это будет идти из батарейка и с пультом управления. На самой лампе есть кнопка включения-выключения и, соответственно, пультом выбираете режим освещения, да, и подсветку, которая будет там либо белая, либо желтая, либо голубая. Отзывов здесь тоже достаточно, по большей степени, конечно, они неплохие, да, то есть можно сказать, что смотрится даже довольно-таки стильно, то есть очень звездно, то есть, как бы, знаешь, как на некоторых проекторах, да, на которых мы только что смотрели, там было прям вот так аккуратненько, немножко звезд, здесь вот прям будет очень ярко-ярко. Следующий у нас вот такой вот проектор Galaxy 7 в одном, планетарный ночной светильник с туманностью, с луной, то есть здесь вот прям можно выловить проектором какие-то изображения, да, и у вас будет на небе показываться на потолке, да, прям звездное небо с каким-то изображением. Здесь также можно выбрать освещение 10, 50 и 100%. Что касаемо стоимости, то стоимость без акции 3994 рубля. Здесь вот идут вот такие вот, да, вставные, скажем так, диски, которые показывают определенную проекцию. Диски идут в комплектацию, устанавливаются они здесь на самом проекторе и, соответственно, будут показывать вам то или иное изображение. Вот, да, можно увидеть на фотографии, что вот такая вот проекция в виде оленя, там, да, в виде планет, звезд, луны с ночным небом, да, все это можно поставить такую проекцию, и в течение, там, допустим, ночи, там, да, как ночник, у вас будет такая проекция на небе, то есть на вашем потолке. Рейтинг здесь 4,9, поэтому все, кто заказывали, здесь остались довольны данным ночником. Вот такая шестерка ночников у нас получилась с проекцией звездного неба. Все ссылки представлены идут с AliExpress, они будут в описании, можно будет перейти и заказать. Также не забудьте подписаться на канал «Все о стиральных машинах и бытовой технике», оставить комментарий, оставить лайк. И всем до новых встреч. Пока-пока.